Обращаю ваше внимание, что вас застегните и туго застегните. Отчастливайте. Когда вы не используете свое тело, подключите его. Туалетные комнаты обзорают все необходимые меры в отношении лиц, которые создают угрозу. Зашли в магазин, креветки 2200 за килограмм, примерно 700 рублей на русском, свеженькие, да? White talapa, red talapa, tuna slice, 1600, 2800, 3200, делим на 3, получаем цену в рублях. Такой магазик, вот минулька. Креветки. Этого не может быть. Кончился, да? Ну да, походу. Краус, креветки. Я возьму. Инуль, потом будем пить хоккей. Да, я буду тоже. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы пришли в заведение, где готовят ротти. Шри-ланское какое-то блюдо. Какое-то, да. Хотим попробовать. Хотим попробовать на ужин. Отзывы очень много еще. Такое введение с историей. Какая-то история тут невероятная. Мы сейчас переведем и прочитаем. Еще не читали, но говорят, что очень интересная история заведения и очень вкусно. Так что попробуем. Еще мы читали, что супер отзывы, люди сюда едут специально откуда-то. А у нас прям вообще соседний дом напротив нас. Илюш на связи. Мы принесли такие вот лепешки ротти, какие-то соус. Не знаю, будем удивляться или нет, но попробуем. Сказали, вроде один острый, другой не острый. Чай черный с имбирем. И у Илюши лепешка с яйцом, креветками и сыром. Да, Илюш? Да. А у меня с яйцом, креветками и помидорами, томатом. Привет. Хорошая? О, выглядит так бомбически. Ну да, такая. Солидная. Вкусно? Да. И такой сладенький. Да. Приятно. Ну, тоже чуть-чуть остренький такой. Ну, я тоже буду пробовать свою лепешку. Всем приятного аппетита. Мы еще заказали сладкую ротти, сладкую лепешку. Свит коконат. Коконат. Выглядит просто нереально аппетитно. И не знаю, что там внутри, какой там кокосик внутри. Сверху как будто сгущенка политая. Может быть, даже кокосовая какая-нибудь сгущенка. Ну, не знаю.
ребята тут продают такие свежие морепродукты, осьминога, рыбы. Не знаю, что за рыбы. Ну, там тунец, знаю, груперы. А там остальные не... Нам сказали, но мы не поняли. Креветки. Вообще все свежее. Вон какие монстры. Завтрак. У нас такой вот завтрак. Нам уже приносили до этого фрукты, мы не сняли, кстати. Но сфоткали только. Такой вот какой-то арбузный сок. Свежевыжатый такой вот чистый арбуз. И такой завтрак. Значит, яичница, сосиска, это жареный банан, бекон, помидорчик, огурчик, хлебушек. И тут еще масло и джем. Ну, нормально, в принципе. Омлет красивый, да? Да. Ну, всем приятного аппетита! Выпьем кокос на берегу океана. Сидим, отдыхаем. Наслаждаемся.
такой длинный хвост. Молочная волна. А, молочная волна. Я заказала, ну, мы заказали на двоих салат с тунцом с авокадо. Выглядит очень аппетитно, вообще тут сухарики даже какие-то вижу. Тунец тоже красивый, думаю, будет вкусно. Выглядит бомбически. У меня еще лазанья с тыквой. Что-то все хвалили, да, там в отзывах? Да, я читала отзывы, это итальянский ресторан. Ну, мы сегодня решили попробовать. Всем нравилось тыквенное лазанье, я тоже хочу попробовать. Угу. А у Лёши рыфили рыбы. Какая-то масле томлёная рыба с картофельным пюре и шпинатом. Шпинат. Были тоже очень аппетитные. На Шри-Ланке это вообще, мне кажется, просто. Ну да, будем пробовать. Всем приятного аппетита, чао, какао. Как дела у тебя? Привет. Красиво вообще, обалдеть. Ничего себе, да? Ну, как рыбакина, да? Это вот... Как мы так успели очень вообще? Очень красиво, свет падает. Угу, пойдем налево. Пойдем слева. Ага. Осторожно. Не спеши, не спеши. Мы зашли в это же кафе поесть мороженое. Это кокос, это кофе, это маракуйя. Очень вкусно, мы уже все попробовали. Uh-huh. И я взяла кофе себе, мне даже не захотел, но он у меня попьет. Ага, uh-huh, или сейчас еще возьму. Да, может возьмет еще. А это flat white. Смотрите, какое они сделали прикольное сердечко. Ну, очень, очень достойно. И тут кофе вообще, типа, ну, мало где есть. Ну да. Поэтому очень смешно. Будем пробовать. У нас время ужина. Мы пришли на берег океана и решили поужинать здесь, заказать свежую рыбу и свежие морепродукты. У нас рыба сибас мы выбрали и креветки. 10 креветок. Все свежее, только что сегодня выловили вообще. Гарнир еще, овощи и рис. Выглядит очень аппетитно, очень аппетитно, вкусно пахнет, так что думаю, будет вкусно. Балдёж, Нинуль, давай пробовать. Давай.
Hello. Как дела? Хорошо. Мы пришли кушать. Ресторан. Молочная волна. Второй раз. Мы очень даже третий. Вчера мы ходили сюда обедать. И есть мороженое с кофе. Нам очень понравилось. Вы решили лучше мороженое в Мелиссе. И сегодня тоже хотим покушать мороженое. Сейчас пришли на ужин. И заказали, я уже сказала, панини. Такой итальянский бутерброд. Ага. Панини с курицей. Ага. Котлетком, культурой, не знаю, сейчас еще жарко. А еще я салат с яйцом и креветками. Да. Кофеек и кока-кола. А, я уже сказала, что хотвай. Хочет бутербродом выпить кофе. А я сделала колу с салатом. Но потом я тоже хочу мороженое хотвай с... Ой, хотвай с мороженым. Ага, десерт. Тоже кофе, да. Бомба, бомба. Вот. Принесли наши блюда, вообще выглядит очень красиво, как и вчера тоже. Салат с яйцом и креветками у меня, а у Люши прям такие два большие бутерброда с картошкой и соусом. Ай, ну, с картошкой. И флэт-вайт у Люши еще. А, да, еще у меня флэт-вайт. Вот, короче, будем... Будем кушать. Всем приятного аппетита. И вот еще наше мороженое. Шоколадное и фисташковое. Илюша будет пробовать. Ну как? Очень вкусное. Как хорошее, вчера? Нежное, да, да. Какое больше мне понравилось? Сливочное. Я вот немного шоколадное облизнул. Шоколадное очень вкусное. Ну и фисташка тоже, да? Вкусная. Угу. Ну ладно. Еще ждем мой кофе. Девочек, и погнали. Ребята, доброе утро. Доброе утро. Ух, я сегодня с утра иду на йогу. Вот мы дошли. Рукшан йога, да? Ага. Ух, ну пока дошли, я уже устала. Мы сейчас еще шли. Ну, нет, небольшая горочка, но все равно. Ну, что-то горочка, да. Мы все равно, мы шли на 15. Размялись. Помыть ботиночки. Let's wish all of them be healthy, wealthy, and happy. Now you hold your left palm on your chest. Place your right palm on your belly button. Let's inhale deeply. Let's exhale deeply two times. Deep breathing. Deep breathing out. Nina. Yes. I live in Russia.
swing right hand towards face. Let's alternate your nostrils. Breathe out by both like this. Shoulders with your ear caps. Keep cutting. Then step. Then exhale again. Make it 5 more times. Inhale. Hold the breath, resting to the chest. Tense shoulders. Tense, 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 tense. Even face all face muscles, make angry face. Exhale, hands. Yes, Kapalabhati. This time we use both nostrils, breathing up by both, like this. In each breathing out, you make mudra. Bring fingertips together, pointing fingertips towards the ground. That is ready. Ready? Begin. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Continue. Then you touch one chin. Now remain your breath. You move forward and backward like this. Before feel uncomfortable feeling, breathe out. Imagine you try to pick up voices stay far away from you. Sometimes you could play like this in your childhood. Try lengthening your spine. Lower your head. Back to the center. Then inhale deep. While exhale, open your feet like opening a book. Come on. Continue. Keep trying. Okay, I clap, you punch. 1, 2, ready? Ready? One clap, one punch. Good. Then listen to your body feeling signals. Don't push yourself too much, but don't give up. Yeah. Try and try again. Time to time, you can take Shavasana, Child Pose, Nakarasana. I stretch you a bit more, okay? Tell me to stretch, okay? Mm-hmm. Are you okay? Okay, okay. Good, stay. How's that?
chest forward. Be stable, close your eyes. Because you did something. Полтора часа не нужно. Yes. And this one. Strawberry. One.